пока я отдыхала, Алекс принес мне коров пакетик с подарочком. Смотрите, положил ленточку, отломал кусочек своей шоколадки, вырезал вот такую восьмерочку, все тут разрисовал, цветочек. Поздравил с 8 марта. 8 марта 2022 года. С праздником, дорогие женщины! К нам вернулась зима. После очень бурной ночи, когда просто постоянно били грады, сейчас тишина. Я так понимаю, до вечера. Потом опять мы бежим на службу, на канон. Пока все тихо. Пока мама отдыхала, пока маме было плохо, Алекс занимался сам и принес мне вот такой подарочек. Это горшочек. Это горшочек? Да. Глиняный. Горшочек с мимозой. А это тут вон какие штучки. И восьмерочка. Моя. Завершается 8 марта. Были слышны бахи за целый день. Но не так часто и громко, как было прошлым вечером и ночью. Надеемся, что люди из городов смогут выйти по гуманитарным коридорам. У нас пока... Зима-зима прям. Видите? Сейчас где-то очень глухо прилетает, очень далеко.